lezli ešte zapnúť, keď tak... Počkaj. Ja mám svetlo ešte. Ja viem, len ešte viac. Si hento, ne? Na blízko. Спаснет рукой и защитит в груди, и в куре встанет кот, радость в глазах светит. Здравствуй, ну здравствуй, дом. Днем в Бухарест, а над Калиною кружится, кружится черный тень. Не за наградами, а чтоб разорвать этот круг. И будет путь домой, и на крылечке мать вот восплеснет рукой. За всех героев Великой Отечественной войны трикрат ура! 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 Ура!
pamätať. Spomíname na všetkých, spomíname do života. Spomíname na mŕtvych, spomíname pre život. Oj, vojna, či pre smrť rodia a nelúčiš sa. Oj, prečo vojnou ubolený syn nevraciaš sa? Z utrpenia vytrhnú ťa šam svoj pohľad tíško. Zabudli sme, ako voňajú kvety a šumí les. Zabudli sme na našu zem, ako usilujú. Передаю огонь незнамого солдата. Большое спасибо за свободу. Большое спасибо за все. Всем героям Великой Отечественной войны. Большое спасибо. Совместные фотографии. Да, без труда. Ребята, давайте. Ходите, подойдите. Чуть-чуть вперед пойдете? Да, давайте чуть вперед делаем. Да. Друзья, ровно 76 лет назад, в ночь с 8 на 9 мая, в поверженном Берлине была подписана капитуляция фашистской Германии. Закончилась самая страшная война, самая кровопролитная война в истории человечества, которая унесла десятки миллионов жизней. Победа досталась тяжелой ценой. Только за освобождение Словакии пали 63 518 красногвардейцев. Это были представители всех наций и народов Советского Союза. Русские, украинцы, белорусы, уроженцы Казахстана, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики. Плечом к плечу с ними сражались и погибали бойцы словацких партизанских отрядов. Воины корпуса генерала Свободы, военнослужащие румынской армии. Помним об этом, не забывая. И я хотел бы сказать, что в Москве у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата горит вечный огонь, как память о всех непришедших воинов с той войны. Мы глубоко благодарны гражданскому объединению мотоциклисты Словакии за то, что у вас родилась эта идея и вы ее осуществили. Вы взяли частичку этого священного пламени и пронесли через многие сотни километров, через десятки населенных пунктов России, Белоруссии и Словакии и привезли это сюда, на Славян.
о военно-мемориальный комплекс словацкой столицы. Большое вам спасибо, дорогие друзья. И еще, я вижу, у вас есть девиз «Брат за брата». Я хотел бы обратиться к вам именно так. Дорогие словацкие братья, мы искренне благодарны вам, что вы, представители нового поколения, помните о тех, кто уже никогда не придет, но тот, который остается с нами, о наших героях той войны, наших общих героях. Я хочу пожелать вам мирного неба, счастья, здоровья. Я хочу это пожелать всем словацким семьям. Я хочу поздравить всех с Днем Победы, благожелал вам ко Дню Витязства и хочу сказать, пусть этот День Победы будет всегда один. Мы не должны допустить новой войны. С Днем Победы! Владислав Куликов, культурный атташе посольства России в Словакии. Я очень рад, что сегодня проходит акция на Славине, акция завершающая в цикле мемориальной инициативы «Путь героического огня». Эта акция была организована общественным объединением мотоциклисты Словакии. Священный огонь пришел сегодня, был размещен на Славине из Москвы, оказался здесь. Это акция последняя в цикле подобных акций, которые проходили и в Словацкой Республике, и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Хочу от всей души поблагодарить руководство Российского исторического общества, Министерство иностранных дел Российской Федерации за всемерную существенную поддержку в реализации этой очень полезной и красивой гражданской инициативы. Спасибо. Матуш Алекса, привет, дорогие друзья. Сегодня приезжаем в город Братислава. Здесь принесли огонь незнамого солдата. Хорошая дорога была. Встречали много людей, которые сделали поддержку. Сделали огромную поддержку. Большое спасибо послови российскому в Словакии. Большое спасибо консулови Белоруска в Словакии. Большое спасибо всем, которые сделали поддержку. Большое спасибо героям Великой Отечественной войны.